Всем привет, дорогие друзья! В этом видео я решил собрать 30 лучших товаров для рыбалки из Китая. Ссылки на них уже лежат в описании под видео. Поехали! Телескопическая удочка из углеродного волокна. Для ловли карпа и не только. Имеются варианты различной длины от 1,5 до 3 метров. Маховое удилище из твердого углеволокна. В наличии длины от 2,5 до 10 метров, не сгинается дугой от пары сотен грамм. У меня таких два, так что рекомендую. Удочка рыболовная, ультралегкая, из углеродного волокна. 1,8 метров, с 4 секции, с ручкой из эва. Палка очень толстая, весит 6 грамм. Приманку можно оснастить от 5 грамм, можно бросать даже 8 грамм. Рыболовная катушка Дейка от 2000 до 7000 серии. Максимальное тяговое усилие 15 кг. Катушка устойчива и не трясется. Сопротивление маленькое, бросается далеко, имеет 4 подшипника. Умный электрический поплавок для рыбалки с гравитационным датчиком. При изменении положения поплавка горит красный, а также зеленый. Обладает очень чутким сенсором. Автоматический рыболовный крючок. Крючок выполнен из нержавеющей стали, можно даже использовать для фидерной ловли с берега. Рыболовная джиг-головка изготовлена из высококачественного материала с использованием окружающей среды антиржавчины и долговечная в течение длительного времени. Форма меча помогает уменьшить сопротивление в воде, не повредит леску. Кормушка для карпа. Силиконовая форма, простая и легка, что увеличит точность в плохих погодных условиях. Масса грузила 30, 40 или 50 грамм. Портативный складной подсак из алюминиевого сплава максимальной длины 92 сантиметра. Сеть выполнена из прочного нейлона, усилена металлическими кольцами. Гидрофобное покрытие сводит к минимуму капель после завершения работы. Отлично подходит для ловли рыб, животных в пресной воде и даже на суше. Корзина для рыбы. Длина 80 см, верхний диаметр 20, нижний 28. Материал антикоррозийный, цинковый, стальной, проводка, антикоррозийный нанонилон. Подходит для долговечного использования. Ограничитель для лески. Сделан из высококачественной сырой резины. Обладает хорошей эластичностью. Самое то, чтобы ваш поплавок не болтался. Тор-углеродная рыболовная леска. Проверенная огнем. Имеется два различных варианта. Отлично подойдет для основы или под поводок. Поводок на рыболовную леску 50 см. Поводок способен выдержать силу тяги до 57 см. Если надо больше, надо выбирать покороче. Блесна металлическая. Жесткая приманка в виде ложки весом от 2,5 до 42 грамм. Можно выбрать серебро, золото или мультиколор. Отлично берет щука, жерех, судак, ну и окунь. Тонущий воблер длиной 13,7 см, весом 27 грамм, состоит из 8 сегментов, 5 расцветок. Есть различные виды рыб, плотва, пескарь, ротан и много других. Так что когда не клюет на одну, можно использовать другую. Водонепроницаемые перчатки со светодиодной подсветкой подойдут для ловли в любое время суток. Просты в использовании, также подойдут для кемпинга и проведения ремонтных работ. Само то для рыбака. Органайзер для рыболовных причиндалов. Имеет прозрачную крышку, съемные перегородки, а также крышка есть с другой стороны, что обеспечивает еще больше места. Обжимные плоскогубцы BOMS SP2. Обжимное устройство для смешанной рыболовной лески. Сделано из высокоуглеродистой и закаленной для долговечности. Между зубчатых есть маленькие зазоры, чтобы избежать полного раздавливания провода. Профессиональные противоскользящие перчатки для рыбалки. Перчатки тонкие, летние, солнце и ветер хорошо тянутся в воде, не тонут. Есть множество различных цветов. Портативный сонар с ЖК-дисплеем, максимальная глубина 100 метров. Точно показывает глубину, а также подводные объекты, кусты, камни. Если поклевок особо ждать не приходится, так на экране появляется рыба. Поклевки сразу начинаются. Прочный нейлоновый комбинезон с 100% водонепроницаемостью, покрытый ПВХ, леска, нескользящие ботинки, удобен во время охоты и рыбалки, сохраняет ваше тело сухим и невредимым. Складной столик для кемпинга и рыбалки сделан из матраса АБС
плюс алюминиевая трубка. Обладает высокой прочностью и практичностью в использовании. Нескользящая поверхность и высокая легкость помогает перекосить его на большее расстояние. Рубашка мужская с джинсовыми рукавами с капюшоном защищает от солнца и ветра. Уязвимые участки тела – незаменимая вещь в солнечную погоду на море. Нержавеющие дротики с широкими головками – для охоты или рыбалки хорошо помогает поймать рыбу, что ходит по верху и не очень обращает внимание на другие рыболовные приманки. Рыболовная катушка для рыбалки из нержавеющей стали. Высококачественные шарикоподшипники и обратные односторонние подшипники используются во вращении чистой внутреннего шпинделя. Остальные найти снаряды и пусковую установку и можно отправление на охоту или рыбалку. Перезаряжаемый складной путевой фонарик высокой мощности для ночной рыбалки. Угол головы можно регулировать, что очень удобно. Светодиодные лампы включают в себя 4 светодиодных фонаря и с высокой интенсивностью, что дает высокую фокусировку. Портативная электрическая рыбочистка хорошо чистит судака и окуня. Можно взять с собой на природу, чтобы не тратить много времени на чистку вручную. Имеет 8 лезвий, время использования 3-4 часа. Рогатка с лазерным прицелом. Все просто, навести лазер на цель и нажать на спусковой крючок. Данная рогатка проста в управлении и удобна переноске, и самое главное, обладает высокой мощностью, что позволяет пробить рыбу на более высокой глубине. Полуавтоматический крючковяз. Практичная вещь, которая интересна в использовании. Изготовленная из нержавеющей стали, завязывают крючки 4 шага на прочный узел. Хорошо иметь такую вещь под рукой во время рыбалки, сэкономит много времени. Светодиодный налобный фонарь. Компактный, простой в использовании. Удобен в переноске. Регулируемые ремни. Обладает 6 режимами свечения. Устойчив к дождю, но не помещайте его в воду. Сделан из АБС пластика. На канале множество различных роликов, так что будет интересно. А на этом пока-пока.